капец, почему всегда я? Еще где-то ты длинный домик. Валентина Ивановна, все время как придумаешь что-то. О, привет. Что, не убрали этот домик? Как видишь, не убрали. Тебя ждет Аня. А я больше такой дурой не буду. Я буду слушать Валентину Ивановну и не буду никогда в жизни вместе на этого Диму, блин, Витю и кто там еще есть. Ой, кто бы говорил, сейчас Паша придет, будет вот это вот тем. И будешь опять в этом домике сидеть. Блин, да я тебе клянусь, хоть на слово меня лови, что ни на Пашу, ни на Витю и ни на Диму я никогда в жизни не поведусь. Хочешь, блин, давай поспорим. Ну ладно, спорим. Руку дай свою. Фу, Спартак. Спорим на 1 килограмм конфет. Хорошо, а ты тогда, если ты проигрываешь, что тогда ты скажешь на Валентину, она что она дура. Понял? Спорим, ну все, ладно. Все, поспорим. Сама себе клянусь, ни на кого из них я не поведусь, это точно. Слышь, я не понял, что у тебя с пальцем? Там маме помогал. Ой, да маме помогал, на улице где-то резался, что-то гулял. Анька, привет. Я с вами здороваюсь. Ой, будет надо. А ты еще тут стоишь, а? Я не понял, что вообще братья староста должен здороваться с какой-то неудачницей, с лузершей? Видите, я правильно говорю? Конечно, правильно. Ну вот. Аня, ты не хочешь сказать, что у Вити сегодня очень красивая красная футболка? Не вижу ни Витю, так тем более его футболку. Ой, Витя, какая была любовь, поцелуйчики, морковочки, вот эта вся фигня. Сейчас даже и смотреть не хочет, и футболку не замечает. Как говорится, прошла любовь, завяли помидоры. Я ее больше не люблю. Ну, может, теперь она тебя не любит. А кто его знает, как оно будет в будущем? Так что ты не загадывай. Да, Анька, не ясно, что в будущем будет. Может, ты опять с ним будешь сосаться. Может и буду, но сегодня точно нет. И килограмм конфет ты точно никогда в жизни не получишь, понял? Стоп. А что за килограмм конфет? А за что обещали? Анька, давай колись. Короче, мы поспорили с Анькой, что она не поведется опять ни на каких пацанов, или же она мне даст килограмм конфет. Я поклялась в первую очередь себе, что я не поведусь ни на одного пацана, по крайней мере сегодня. Иначе он назовет Валентину Ивановну дурой. О, молодец, Анька. Димон, короче, давай Спартака сделаем, чтобы на Валентину Ивановну дурой сказал. Видите, вообще-то я староста класса, и ты должен следить за порядком. А ты вообще охренел, блин, уже со своей совой. Я вообще скажу, Валентина Ивановна, она тебя назад пересадила. Шестерка, блин. Сам шестерка. Всем привет. Привет. О, Анька, а что ты не в своем домике лузера? Отвали, блин, я больше никогда его не надену. Ладно. Слышь, малый, залазь в домик, он тебе как раз по размеру. Тебе надо, ты и залазь. А ты что, сову свою трешь постоянно? У тебя руки уже красные. Я не трогаю, вообще-то просто протираю. Димон, Даня, хватит уже терять, у тебя же руки красные. Да это из-за того, что я папе на огороде помогал, что мне как придолбались. Да, знаю, кому ты папе помогал. Да ты не понимаешь, как это тяжело на огороде копать лопатой землю. Все, Витя, отстань. Да спасибо. Все, я буду честно слушаться и Паша, учиться. Паша, я тебя по-хорошему прошу, не делай этого больше. Да ладно, ладно, я понял. Смотри, будешь сидеть в этом домике. Я не буду сидеть. Я, к сожалению, не буду. Я не буду сидеть, нет. Нужно учить. Добрый день, дети. Здравствуйте. Сегодня у нас с вами очень интересная тема. Приматы. Если кто не знает, что такое приматы. Это Лера. Так. Ребята, это разновидности, обезьян. Вы сейчас должны внимательно будете на них посмотреть. Смотри. Вот это видео. Да. Я не вижу ничего смешного. Внимательно посмотри. Ой, это Паша. 100% Паша. Мальчики, ну что такое? Это видео. Вот это точно, Дарина. Нет, это Лена и Анька. Внимательно посмотри. Да что ж такое? Достань тетрадь и в своих тетрадях записать каждый рисунок, какой вид обезьян на картинке. Вот это уже Катерина. Да. Нет. У меня волосы. Тот, кто напишет все правильно, получит от меня приз. Коробку конфет. О, супер. А кто напишет неправильно, тот будет сидеть в домике лузера. Так, а место у нас сейчас вакантное. Все понятно?
Да, вот. Понятно, Валентина Ивановна. Я все знаю вообще-то, и можно не перебивать. Валентина, смотрите, разновидность. Первое это Мавпа-Буф, второе это Горилла, третье это Горилла 2, третье это млекопитающая Горилла. Нет, послушай меня теперь, это обезьяна, то кинг-конг, то шимпанзе, то губастая обезьяна, то сисястая обезьяна, то голая обезьяна. На тебя похоже, он самая последняя. Самая красивая, кстати. Самая ура, о, волосы. Самая волосатая. Козел. Мальчики, вот все, что вы говорили, там было правильно. Давайте так, достаем все тетради дружно и записываем. А также посмотрим, кто из вас прав, кто не прав. Вот это вот накрашенное, это ты. А с голой жопой, это ты. А вон ты, вон, которая после голой жопы, это ты. А ты вон, с губами вот такими большими. А ты вторая. Дима, чуть тетради не достаешь. Мне вообще-то Солнышко уже все сказала. Я знаю все рисунки, все как называется. И старости вообще-то не надо ничего записывать, но все понимает. Итак, ребята, если вы внимательно посмотрели, я так подумала, наверное, записывать не будем, времени у нас не хватит. Давайте начнем, вы выходите к доске и просто называете. И начнем мы с Анечки. Я не знаю всех. Но... Аня, давай начнем с первого. Как ты думаешь, что это? Кто это? Это обезьяна. Смотри внимательно. Это человекоподобная обезьяна? Да. Как называется? Аня. Я не знаю. Не знаю. Второй. Ну, похож на гориллу, но мне кажется, это горилла. Дальше. Это я точно не знаю. Дальше. Галина. Это кто? Ты что, сейчас себя найдешь? Это? Так, я не говорила называться на детей, а называть породы. Не знаю, но вот, знаете, вот это вот, Лена, вот это похоже на шимпанзе. Вроде бы, я не знаю. Так, из всех картинок ты только одно назвала правильно, 2 балла. Садись на место, выходит на меня в порталь. Я не хожу, я еще не готова. Ладно, подумай и ответь хотя бы на парочку. Павлушенька, выходи ко мне, я знаю точно, ты знаешь несколько. Давай, Паша. Ну ладно, поделюсь знаниями. Давай. Это горилла какая-то, это шимпанзе, наверное. Так, это носатик, бородатик, красноголовая фигня и висящая фигня. И все, что я знаю. 2 балла, садись на место. Что? Ну что такое? Домик будет твой, ты понял меня? Лера, выходи ко мне. Ну давай, все равно ничего не знаешь. Знаю, с красными губами, это ты. Ну давай, я тебе. С нижнего давай рядом. Как ты думаешь, что это? Горилла. Я вас попросила называть породы. Это кто? Не знаю. Это? Носатик какой-то. Это? Мартышка. Это? Обезьянка. Вот это шимпанзе. Это горилла. 2 балла, садись на место. Дарина. Я же говорила, ничего не знаю. Сейчас твои знания проверим. Вот и посмотришь. Дариночка, давай ты хоть расскажи. Так, да, Валентина Ивановна. Я помню, но вот с головы что-то выпило. Это какая-то черная обезьяна. Что-то, еще такое простое название. Вот первая буква какая? Подождите. Ну, подскажите первую букву. Дарина, я не буду тебе подсказывать. Это человекообразная обезьяна. Да, это не сильно да, много. Ну да, да. Умная. Умная. Она почти еще делает как человек. Вот, это я точно помню. Хорошо? Хорошо, давай, кто это? Обезьянка. Это? Ой, это честно я не помню, но вот это вот получается... Вот это одно и то же, просто это молодая, это старая. А, ну это я знала, поэтому я же думаю, ну блин, как так, они так немного разные. Но я так, в принципе, подумала, это вот какая-то горилла. А, кстати, вот Лена Ивановна, вот это вот очень похоже на вас, такая же задумчивая, знаете? Ты вообще не похожа на Лену. Так, быстро села на место. Вообще не похожа. Витя, выходи ко мне. Да я все знаю, я в детстве занимался обезьяноведением. Да-да. Приматоведением. Приматоведением. Ты знаешь, что дома приматов держать нельзя? Блин. У вас нет нормального? Дима бывает запойный гость. Ниже, ничего смешного. Ладно, все. Давай, кто это? Это шимпанзе. Молодец. Это тоже шимпанзе. Понятно. Это горилла. Это шимпанзе. Это обезьяна-точилка. Это шимпанзе. Это шимпанзе, это обезьяна,
Не, ну реально похоже на Сидорова. Вы вообще это что? Что это такое? Мне домиков на вас на всех не хватит! Дима, выходи сюда! Иду, Антиона, конечно. Дима, ну ты хоть знаешь? Я-то знаю, у вас тут тушь потекла. Теперь нормально? Не-не-не, идите в зеркало, посмотрите, это очень сильно видно. Ребята, я сейчас вернусь, Дима, ты пиши. Да, сказал. Словушка, ставится. И поехали, подписываем. Это. Будет Аня. Ну а как, а это Посейдон Океанович? Посейдон. Так, есть. Это трудовик. Так, трудовик. Это, ну, это точно Лера, 100% Лера. Вы ненормальный день. Жопастая, это Анжелика, жопастая. Лера, это Дарина. Это Ребята Александровна. Витя, молодец, это Олимпиада. Так, ну это Спартак. Вылитое лицо, скажите, Спартак. Так, это... Ну, это самое красивое, это Дима, понятное дело. Самая такая перспективная. Это Паша. Вылитый Паша. Так, ну тут уже все ответили, это Валюха. А я говорю... Ля. Так, это... Это молекула, это 100% вылитое лицо. Молекула. Так. Анжелика, 100%. Это Анжелика. Анжелика. Ну тут... Вить, прости. Димочка, ничего там не было такого. Я не знаю, что ты там заметил. Ну что, ты уже все написал? Вот мое произведение искусств. Принимайте. Валентина Ивановна, а вы почитайте, что он там написал. Там все обезьяны правильно подписаны, и особенно вон та с бородой. Сейчас почитаю. Я думаю, Димочка, как староста, все выучила, все правильно написал. Правильно до невозможности. Аня. Аня. Вообще не похоже! Иди сюда, Витенька. Здравствуйте, будь старостой тебе. Я буду самой лучшей старостой. Давай. Да, Валентина, я просто хотел сказать. Разрешаю всем дать ему подсрачить. Нет! Не надо, пожалуйста, отдай класс для первой. Девочки начинают. Блин, но я ему уже хотела подсрачник дать. Ничего страшного, на перемене ему настучили.